тихо на. Воу, я в него попал, я ему ровно в глаз попал. О, господи, что происходит? Он по всему экрану летает. Воу, это что было вообще? Посмотрите на него, что я с ним делаю? Он прям орет, help me. Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Ребята, я вернулся с Дубая, немного подзагорел. Набрался сил, сел за компьютер и увидел то, что есть вторая часть игры Kick the Body. Первая часть этой игры вышла очень-очень-очень-очень давно. И я в нее никогда не играл, но знал, про что она. Я увидел, что есть вторая часть, следовательно, она будет интересней, проработаннее и качественней. И кто не в курсе, Body — это такой персонаж антистресс. Вот, посмотрите на заставке этой игры. С ним можно делать все, что угодно. Стрелять в него с базуки, запихивать его в мясорубку и так далее. В общем, наша главная цель в этом ролике — как можно сильнее навредить Бадди. Давайте заходим, приготовились. Эта игруха позволяет отлично снять стресс. И, конечно же, выпустить всю злость. Посмотрите, какой загруженный экран у этой игры. Что здесь только с ним происходит? И цветок его кушает, и робот его избивает. И 16 тонн ему на голову может приземлиться. Вон какая-то ракета ядерная. Топоры, гранаты, лазеры, крюки. В общем, с Бадди может приключиться все, что угодно. И мы сегодня это сделаем. Да, эта игруха реально снимает стресс. Hey, I'm Buddy. Nice to meet you. Он сказал: привет, я Бадди, приятно познакомиться. И нам показывают, что нам нужно на него тапнуть. Нажимаем. Он закричал и говорит: о боже! Еще раз. А, ему нравится, он только что заугорал. Так, он сделал сальтуху, это не я. О, блин, у него синяк появился. Продолжаем. Я его очень сильно сбиваю, и все. Бадди хана. Мы прошли уровень. Заработали еще $200. Фух, и Бадди ожил. Теперь мы можем взять какую-то вот такую вот штучку и выбрать здесь став. Что? На первом же уровне мы можем выбрать себе оружие? Мы взяли пистолет. Теперь нам нужно прицелиться и... О, я в него попал! Я ему ровно в глаз попал! Ё-моё, он там еще что-то кричит! О, погодите. Стоп, надо немного перевести дух. Я не ждал, что во втором раунде я буду стрелять с него с пистолета. Так, ладно, давайте его немного поизбиваем. Попытаемся пройти уровень. Все, Бадди. До свидания. О, он ожил. Ну а теперь мы можем зайти куда? Например, в холодное оружие. И у нас есть вот такой вот Моргенштерн. Так, что нужно сделать? Нам нужно взять этот Моргенштерн и раскрутить. О, офигенная, кстати, механика. Давайте попадем по нему. О, блин, посмотрите. У него вот здесь аж пластырь появился. Мы подбираем Моргенштерн и продолжаем им бить нашего Бадди. О, господи, что происходит? Вы посмотрите. Он по всему экрану летает. Все, мы его вырубили. Он кричит: нет, 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 нет. Мы заработали еще немного денег, и давайте дождемся, пока наш Бадди очнется. Алло, просыпаемся. О, проснулся, привет. Подвинься. Мы можем выбросить, пока я так... Что за мусорка? Ой, что? Теперь у нас обновился уровень, и мы можем выбрать, чем еще будем избивать нашего Бадди. Например, есть какие-то взрывы. Это бесплатная гранатка. Давайте ее возьмем. И нам нужно прицелиться в Бадди. Так, так, что произойдет? О, что это было? А, он еще и отпрыгивает. Вы посмотрите, а ну-ка, если я вот так вот делаю... Ё-моё, блин, капец, я его просто уничтожаю. Причем он говорит: я Бадди, я живу в коробке. То есть это, знаете, такая игрушка. Его не должно быть жалко, но мне почему-то его жалко. Вы посмотрите, что вообще происходит. Как он выглядит. Я просто немножечко покидал в него гранаты. Успокойся, успокойся, Бадди. Ничего страшного не происходит. Я просто кидаю все гранаты. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Еще немножечко, еще немножечко, и еще немножечко. Господи, у него же голова перевязана. Что у нас есть еще? У нас есть еще какие-то объекты. Есть вот такие вот цветные шарики. Давайте в него попадем. Так. Ему вообще как будто не больно. Смотрите, я в него стреляю, ему как будто не больно. Он еще говорит: пожалуйста, не останавливайся. Он мне говорит: пожалуйста, не останавливайся. Ну все, он меня разозлил. Я купил себе VIP-доступ к оружию. Например, теперь у меня есть вот такой вот огромный меч. Господи, мне его жалко, но не жалко. На, получай. Господи, так, покажи, покажи, что с ним происходит. Вон, какая у него рана, это жесть. Так, ладно, нам нужно его уничтожить, чтобы пройти дальше уровень. Я просто раскручиваю вот так вот, как спиннер, этот меч. И я победил. Фу. Мы прошли этот левел, давайте посмотрим, какое еще оружие у нас открылось, когда мы купили VIP. Так, это у нас еще ничего не открыто. Это тоже брать нельзя. О, подождите, полицейская дубинка. Так, стоп, давайте-ка проверим. Ой, посмотрите на его лицо сразу. Это просто за один удар? Серьезно? По голове. На-на-на, получай, 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 получай. Посмотрите, как он жестко выглядит. Это я сделал? Ну и правильно, нечего меня злить. Он реально, он надо мной издевается. Ребят, посмотрите, что я нашел. Что это такое? Это меч бензопила. Спокойно. На! Ему не больно. Вот так вот сверху. О, блин, жесть, просто жесть. Что вообще происходит? Что я творю с ним? Это очень жестко. Он еще и огрызается со мной, он говорит, что ему не больно. На, на, на. Не, кстати, если честно, меч какой-то useless. Он выглядит жестко, но на самом деле нашему Бадди вообще пофиг. Ну ладно, а если его сильно раскрутить? Ну вот так вот, вот так вот, вот так вот. На, 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 на. Блин, да капец ему пофиг. А если его руками бить? Нет. Да нет, ему вообще без разницы. Хорошо, тогда мы возьмем что-нибудь другое. Например, автомат. О, и все? Так быстро? Буквально за секунду я прошел к следующему уровню. Так, погнали.
А, блин, капец, как ему больно. Он прям уворачивается, у него, посмотрите, у него в тапке пули теперь. На-н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 а-
прошел. Идем пока что отлично. Только, блин, может быть, мне кажется, что каждый раз у него больше хп. Если вы знаете, можете написать об этом в комментариях. Ребята, что я нашел? М202 флэш. Какая-то ракетка. Что это за ракеты? Что это за ракеты? Это что такое? Посмотрите. О май гад! Что я творю? А вот теперь он крикнул help me, то есть он говорит помогите мне, вот теперь ему уже не нравится. Зато нравится мне. Ха-ха-ха-ха, посмотрите на него! Сюда! Капец, как он жестко выглядит. Я бесконечно у него стреляю. Он говорит, попробуй еще раз. Хорошо, я попробую без проблем. А теперь он говорит, нет, не надо. Бешеный. Ребята, напоминаю, что совсем скоро уже наступит Новый год. И если вы хотите сделать мне подарок, просто, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Вот обращаюсь именно к тебе. Проверь, пожалуйста, свою кнопочку подписаться. Если ты еще не подписан, обязательно нажимай на нее. Это очень важно для нас. И если мы наберем 18 миллионов подписчиков до Нового года, это будет так круто. Это прям реально наша цель. Пожалуйста, если ты еще не подписан, спустись под ролик и найди эту кнопочку, нажми на нее. Я на тебя надеюсь. Кстати, мы еще не заходили во взрывное оружие. Что я получил, когда купил VIP? Так, например, есть бомба C4, погнали. Как его, а как ее установить? О, ой-ой-ой, вот, я устанавливаю. Ребята, я установил. Ой, бади. Ой-ой-ой, это что за имба? Я просто его разорвал. Подождите, а если когда он возродится? Вот сейчас я сделаю так, чтобы он возродился, все. Вокруг него вот так вот поставить. Эй-эй-эй, тихо, спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, капец, это просто жесть, это имба, C4 это просто имба реально. Посмотрите, что с ним происходит, я его просто уничтожил. Я взял какую-то взрывчатку, давайте ее бросим. Ой, ё-моё, капец, она мощная. Так, а если закидать вот так вот? Господи, что происходит на этой карте? Это не я делаю. Я здесь ни при чем, это Бадди взрывает свою коробку. Я здесь ни при чем, ребят, смотрите. Вот моя одна рука, и вот моя другая рука. Я даже ничем не бросаю, я ничего не делаю. Это просто капец. Ну вот эта вот гранатка, она очень мало урона вносит. Прям очень мало. О, смотрите, я могу купить себе какую-то растяжку. Что с ней надо делать? Я ее расставляю. И теперь я могу взять нашего Бадди, поставить его вот сюда и нажать на красную кнопочку. Погоди, Бадди, я сейчас тебя обложу. Подожди, я хочу мощный взрыв. И... А, они по очереди взрываются, но все равно это тоже очень жестко. О май гад, он сказал, о май гад. Получай. Да капец, у него очень много жизней. Его сложно одолеть. Но взрывается эта бомбочка обалденно. Просто посмотрите. Я просто в шоке. На, да когда ж ты там уже все кочуришься? Да сколько можно? В тебя уже 60 мин прилетело, и ему вообще пофиг. О, все, победил. Здесь еще есть баллон с гелием. А ну-ка, погодите, если я его возьму. Так, что мне нужно делать? Я взял баллон с гелием. Я могу его надуть, посмотрите, он летает теперь, чего? Так, он что, взорвется? Если я его долго буду надувать, он взорвется или нет? Так, вроде бы подул. А теперь давайте возьмем, ну, допустим, вот эту штуку и... Он упал, он еще и уворачивается. Ой, смотрите, что мне дали. Это что за пистолет такой жесткий? Ничего себе. Бадди, не убегай, тебе все равно уже ничего не поможет. Посмотрите, он просто берет и убегает. Все, но мы же знаем, чем это закончится, Бадди. Не надо убегать. Я хочу найти самое жесткое оружие. Пока что, ну, такого жесткого прям не было. Только вот эти вот гранатки, которые супер сильно взрывались. Я еще сейчас взял нунчаки. Посмотрите, как они выглядят. И погнали. Так, если сильно раскрутить. Раскручиваю нунчаки по всей коробке. О, что? Вот так вот быстро? Капец, как будто нунчаки это имба реально. Он говорит, тайм-аут, он типа хочет отдохнуть. Но нифига, ты слишком долго меня злил. На, получай. О, опять прошел уровень. Как это происходит? Так, хорошо, если что-нибудь еще купить, например, бензопилу. Она раскручивается, ребята. Ой-ой-ой, капец. Я ему голову отрезаю, ему пофиг. Он говорит, help me. О, он теперь просит о помощи, да. То есть до этого он надо мной издевался, а теперь просит о помощи. Нифига. Смотрите, я его зажал в угол. Я его в угол был зажал. Я просто его преследую по всей этой коробке. На, получай. Вся жизнь это коробка, а ты в ней Бадди. Получай. О, все, слушайте. А оружие, которое я покупаю за деньги, именно за баксы, оно как будто лучше гораздо. Опа, ребята, я нашел еще какие-то вот такие вот гранатки. Их мы еще не использовали, погнали. Бросаю. И... Ой-ой-ой, капец, опять во всей коробке просто происходит жесть. Я не перестаю набраться с гранаты, ребята. Просто посмотрите, как он выглядит. Посмотрите на нашего Бадди, мне его уже реально очень жалко. Но я не остановлюсь, я точно не остановлюсь. Обалдеть, он говорит, что ты со мной делаешь? Спокойно, Бадди, спокойно, мне просто нужно пройти уровень. Что в этой коробке происходит? Ой, я заработал достижение, фрагмастер. Чего? Фух, я прошел этот уровень, да. Мега-бомба за 50 голды, ребята, я покупаю. Я купил, что это такое?
Ой, Бадди, а ну-ка присядь сюда. Что происходит? Воу! Воу! Это что было вообще? Я перерезал провод какой-то. Так, подождите, а если красный перерезать? Хорошо. А синий... Это просто жесть, я его разношу. Вот это реально настоящая имба. У нас на счету 1400 баксов. Давайте посмотрим, что мы можем купить за эти деньги. Так, какая-то бомба, ну у нас уже есть мега-бомба, короче. И мы можем купить УЗИ. Я купил УЗИ, это оружие, которое очень быстро стреляет. Погнали. Ой-ой-ой, капец. Капец, какая скорость стрельбы. Ну, блин, как будто ему пофиг. Нашему Бадди как будто наплевать. А если поближе стрелять? О, это хорошо. О, у него опять в глазу пуля. Нормально, 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 давай, нормально. Еще, еще. О, все. За 4 обоймы мы смогли его уничтожить. Смотрите, что я еще нашел. Сюрикены. А ну-ка, давайте проверим. Вау, они очень быстро летят. Посмотрите на него, что я с ним делаю. Он прям орет, help me. Это что такое? А что это открылось? В смысле, что происходит? Бодимен Лонглекс. Чего? Ребята, куда я зашел? Я что-то здесь прокручиваю. Мне выпадают какие-то прикольчики, только я не понимаю, что это. Супер танкер. Что это такое? А, если мне выпадают 3 подряд, то я получаю какую-то карточку, которая стоит денег. И это приносит мне деньги. Я теперь только допер. Ну и что? Мне выпало пока что только 2. О, 3! Еще и дракончик, но она стоит всего лишь 2, да? Я ничего не понял. Мне остановили бросание сюрикенов, он уже восстановился. Я не понял. А ну-ка погнали. Просто полетели, 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 полетели с разных сторон. На-н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 а. Ну блин, он на сюрикенов тупо не уничтожается, ему пофиг. Посмотрите, он как елка рождественская стоит, но ему без разницы. Хорошо, давайте посмотрим что-нибудь еще. Вот, например, есть какая-то ловушка за 500 денег. Давайте-ка устанавливаем и... О, блин, капец, жестко. Ай, блин, капец, посмотрите, как я его растягиваю. Он попался в мою ловушку. Ой. И еще раз попался, ё-моё. Посмотрите, как он выглядит, он весь в этих ловушках. Мне его жалко, давайте ему поможем. Просто выберем нашу мега-бомбу. И прощай, Бадди, ты был хорошим другом. Меня просто забавляет то, что его реально разрывает прям целиком. Еще я нашел садовых гномов, я не знаю, что они будут делать. Я просто их ставлю много, закидываю. Он почему-то их просто боится, но никакой урон не получает. А если сделать вот так? Нет, ему без разницы. Я в него просто бросаю садовых гномов, но ему пофиг. Хорошо. О, я нашел какое-то стекло, ребята. Оу! Оу! О май гад! Он получает урон. Он очень сильно получает урон. Блин, стекло это как-то жестко. Я прям не могу на такое смотреть. На, получай. О! Я его уничтожил просто с одной обоймы. Прошли где-то сутки с момента предыдущей записи ролика. И я осознал, есть же не только вторая часть Бадди. Это целая вселенная. И я нашел игру, которая называется Kick the Bad Forever. И предлагаю вам посмотреть, чем она отличается от предыдущей игры, в которую я играл. Я уже захожу здесь. Гораздо ярче какая-то заставочка. Мне как-то побольше такая нравится. Она прям реально красочная. Тут происходит какой-то диндон, звонят в дверь, тут лежит коробка. Написано, поиграйте с Бадди. Открывают коробку и вот он. О, он какой-то более 3D-шный что ли. Здесь сверху есть какая-то графа жизни. Мы можем нажимать на этого Бадди. А, здесь показано, как Бадди получает люлей. То есть, типа, что нужно делать для того, чтобы Бадди окочурился. Мне кажется, эта часть игры гораздо поинтереснее. Здесь я нажимаю что-то. Так, а ну-ка давайте-ка еще раз. Слушайте, не, ну гораздо, гораздо круче. А еще у меня откуда-то гранаты взялись. Хо, что вообще происходит? Чего? И каждый раз, короче, мне дают рандомное оружие, когда я его побеждаю. А, о, блин, мне дали 500 коинов. Ну, ладно, хорошо. А мы можем купить что-нибудь? Да, зацените. Нано-оружие стоит по 10 тысяч голды. Есть еще какое-то взрывное оружие. Кстати, его здесь очень много. А также есть какие-то выстрелы. Вот, например, мне продали пистик. А ну-ка, погнали. Оу, им круче гораздо прицеливаться. Эта часть игры гораздо круче. Мне нравится, что в этой части каждый раз, когда я побеждаю Бадди, мне дается новое оружие. Например, бензопила. Мне его жалко опять. Ну ладно, ничего. Погнали, погнали, погнали. Посмотрите, он еще избитым выглядит по-другому. У него гораздо милее как-то выглядят фингалы под глазом. Эта часть в 10 раз круче. И знаете, она такая, ты прям такой на нее смотришь и прям такой, вау, хочу, хочу дальше продолжать. Хочу развиваться в этой игре. А еще мне за рекламу предложили квадрокоптерам разрушить Бадди. Такого, по-моему, в прошлой части не было, чтобы прям за рекламу мне давали... Ой-ой-ой, это что? Это кто? Что происходит? Кто это? Ё-моё, Бадди! Капец, мне его жалко, посмотрите, что с ним происходит! О, обалдеть! Взгляните, просто взгляните на него! Мне его реально жалко! Ай-яй-яй, там еще и бензопила присоединилась и ногу его засосала. Че вообще происходит? Так, в любом случае, надо его добить и... Extreme KO, говорит мне какой-то диктор. Я заработал еще немного денег.
Ой, я нажал на какую-то штучку рандомную, и мне сейчас, я так понимаю, выдастся рандомное оружие. И смотрите, мне даже рекламируют Бадди. Его можно в тиски зажать или что-то такое. Такого я в игре, по крайней мере, не видел. Но прикольно то, что меня рекламируют Бадди в игре про Бадди. И чё мне нужно сделать? О, не, я такого делать с Бадди не буду, даже в рекламе. Вы посмотрите, что мне здесь предлагают. В этой игре даже реклама как будто получше. Не знаю, мне вот эта игра больше нравится. А что мне дало? Мне дали Рик и Морти? Что? Чего? Мы нажимаем? Летят какие-то монетки? Чего? В смысле, Бадди делал сальто, ударился об потолок и сказал First Blood, типа первая кровь. Но я фармлю монетки при помощи Рика и Морти. Смотрите, что происходит. Я нафармил уже почти 500 монет. Все, нафармили 570 монет, и Рик и Морти пропал. А еще мне дали какой-то подарок, и это 15 гемов. Капец, здесь так насыпает в этой игре именно. Гораздо круче, чем в той части, в которую я играл. Ребята, у меня на счету 12 тысяч голды, и мне выдали какой-то золотой... Что? Автомат. Посмотрите, что происходит. У меня прям трещины в экране. Ё-моё. Посмотрите, он даже в гипсе. Бадди, ой, он окочурился. Капец, вот это мне выдали. Вы видели, М-ка золотая. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь взрывное. Хочу купить что-нибудь взрывное, например, матрешка за 7000. Или коктейль Молотова. Давайте сначала коктейль Молотова. Интересно, как это будет выглядеть. Итак, погнали, я бросаю. О, я его зажег, он горит, ребят, он весь в огне. Что происходит? Это капец, это просто капец. Это просто жесть, что происходит у меня на экране. Прямо сейчас. Так, а где он? О, вон, я вижу Бадди, он только сейчас видит. Его из-за дыма вообще не видно. Обалдеть. Вот эта игруха реально гораздо круче. Советую сначала поиграть в нее. Прям полный антистресс. Золотая граната, 4000 голды. Так, хорошо, запоминаем. Есть Monkey Bomb, и за 5000 есть какой-то Semtex. Золотая граната как будто круче выглядит. Давайте купим золотую гранату. Опять реклама Бадди, чего? И что мне сейчас делать? Что на нем торчит? Смотрите, Бадди просто сам по себе получает урон. Это как понимать? Что происходит? Он получает урон сам по себе. А, хорошо, давайте бросим в него гранату. Она одна. Бросил пока только одну, капец, какая она мощная, если бросить много. Он их глотает. Вы видели, он проглотил ее. Ультимейт KO. Жесть. Посмотрите на Бадди, как он выглядит. Что я с ним сделал? Бабушка. Что он сказал? Он сказал бабушка. Он сказал бабушка. Он реально сказал бабушка. Посмотрите на повторе. Бабушка. В той части этой игры такого точно не было. Я купил себе золотой Моргенштерн. Ой, он сам в него врезался. Что происходит в этой игре с Бадди? У него оторвалась голова только что. Посмотрите, у него голова отдельно от тела. Что я с ним сделал, господи? Так, раскручиваем Моргенштерн. На-на-на-на-на-на-на-на-на, получай. Extreme KO. Кстати, теперь заполняется почему-то все фиолетовым. Давайте-ка попробуем вот до конца разрушить этой штукой. Почему-то у меня фиолетовая KO заполняется. Посмотрите, фиолетовая полоса. До этого она была зеленая. Awesome KO. Понял, вопросов нет. О, ребят, смотрите, я взрываю его гранатами, и у меня появляются трещины на стекле. Жесть, такого реально не было в прошлой игре. Кстати, я прошел этот уровень, и теперь я могу получить золотой билетик, то есть какое-то рандомное оружие. Хочу, я хочу, даже ради этого построю рекламу. Итак, ребята, что мне выпадет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8, 18 миллионов, хотелось бы до Нового года, ну плюс-минус, короче, возьму последний. 15 гемов! Нет! 15 гемов, это что за бред? О, так, спокойно. В прошлой части тоже такое было, то типа крутить на везение, знаете, что выпадет. Так, давайте посмотрим, что мне выпало. Какой-то Бадди, который бьет какую-то бомбу. Не повезло. Подождите, может что-то еще. Может быть что-то еще выпадет, ребята. Почему-то мне верится, что выпадет. Я достаточно вижу случай Бадди на танке. Мне выпал Бадди на танке. Сколько бы это ни стоило, я не знаю. Сейчас мне заплатят, посмотрим. У меня еще есть два шанса выбить что-то дорогое. Так, надеемся. Бадди торчит из дула. Опа, выпал. Нормально, ребята, идем уверенно. Может быть что-нибудь еще? Может быть, например, Бадди, который уклоняется от лазера. О, нет, Бадди прожег попу. Это вообще далеко не то. Так, я купил еще какую-то штуку. Я не знаю, сейчас. А, опять Рик и Морти? Так, ладно, я буду кликать на Рик и Морти, зарабатывать немножечко денег, а с вами прощаться, ребят. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Глент. Бадди, который поет. Всем пока. Кстати, у меня уже больше 1000 голды. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.